Всем welcome, это снова я. На этот раз мы пришли вот на такой вот магазин. Такой магазин, точнее. Франк Базар. Factory Outlet. И также здесь еще есть с этой стороны. Factory Outlet Villa. Сейчас мы что-нибудь выберем, здесь посмотрим, какие есть товары здесь, что почем стоит. Что ж, погнали. Так, вот, значит, первый магазин Adidas. Тут вот продают все шмотки от Adidas, фирменный магазин. Также вот я покажу здесь вот такой вот дворик у них красивый. Здесь разные рода магазины. Это вот Coach, Godiva шоколад. Coach, естественно, все знают, там это сумки всякие, аксессуары. Также у них здесь есть вот как бы фудкорт для детей. Очень удобно, если вы пришли с детьми, то есть можно с ними даже здесь поиграть на игровой площадке. Вот там впереди значок Nike, Puma, Tefal, Columbia. Что там еще? Вот Regal. И так далее. Ну, мы вообще явно сегодня не успеем, потому что это надолго. Сейчас пройдемся, вот посмотрим. Вот мне Adidas, в принципе, нравится. Там неплохие треники продаются для занятий спортом. И так на велосипеде кататься очень даже удобно. Сейчас посмотрим. Кстати, здесь вот tax-free написано. Но это только для тех, кто турист, по туристической визе приезжает. Естественно, если у вас есть туристическая виза, вы можете это. И если вы купили больше, чем на 10 тысяч, то у вас 10% скидки будет по карточке, по классику. Смотрите, ну что, пойдем внутрь. Плохой тренировочный костюм. Смотри, да? Правда, стоит 6500. Вот, а это со скидкой. Без скидки он стоил 10900. Ну, Adidas, что вы хотели? Вот. Тебе и написано Made in China. Кроссы продаются здесь. Energy Cloud. Далее тут вот есть. Это вот для мужчин. Есть также для женщин такой же отдел. Adidas, в принципе, хороший делает обувь. И недорого, кстати. Вот мы брали тогда, если брал, точнее, эти Reebok. Кроссовки, они вышли в 6 тысяч, здесь даже дешевле выходит, вот такого же плана. Вот. Тоже беговые. В принципе, качество достаточно хорошее, но сделано во Вьетнаме. Ну, тоже неплохие. Вот совсем прям без защиты. Тонкие-тонкие. Ну, то есть, если у вас ногти не стриженные и длинные, да, то со временем здесь будут дырки, потому что протирается быстро все это дело. Тут продается вот такой десерт. Есть вот 540 такой. Премиум называется. Чидоки.
А есть тут такой, как типа, крем со сливками, с клубникой. Так, стоит она 580, да? Да, 580 стоит. Что ж, идем. Коч. Тут 50% тоже скидка есть. Кстати, если тут в японских магазинах написано, что дисконт до 50%, то он и будет до 50%, да? Что ж, зайдем посмотрим коч. Вот, например, кошелечки неплохие. Чем? Инструкция. I don't know. А хоть что оно надо, то оно и города спят. А вот эти сумки стоят 57 000, да? Со скидкой 50%. И у нас еще есть карточка. Вот карточка есть еще 30%. Они плюсуются. То есть общая скидка 80% будет. То есть эта сумка стоит 57 000, а со скидкой будет 20 стоить. Вот тут, вот смотри, еще есть такая 62, да, сумка вот оригинальная коч. Если ее со скидками, она будет также 20 стоить. Да, вот такие вот черные. Вот самый стандартный, вот такая вот. Все я в Японии видел, вот многие с такими ходят. Вот хорошая сумка. Материал очень такой прям приятный на ощупь, качественный. Вот. И молния открывается прям легко. То есть она металлическая, она прям очень легко открывается. То есть вообще классная штука. Здесь вот кожа снизу, чтобы не протиралась. Вот такая сумка тоже будет 20 000 йен стоит. То есть за 10 000 рублей, грубо говоря, оригинальный коч. Еще бы и нет. Очень даже неплохо. Здесь практически на все скидка 50%. Да? А, смотри, там 60% есть. А вот это для этих, дамская сумочка называется, маникюрница, как такая же цена, кстати, как и там. То есть по факту это все продается за 20 000 йен, то есть она тоже со скидкой, вот скидка плюс там скидка. Но это вот то же самое сумка, что там стояла, это просто на ремешке ее повесили. Да. Идем. Вот здесь смотри, какие штуки есть интересные. Фиасо, ринг, неклис. Кстати, потерты что ли, смотри. Скретчес. Потерты чуть-чуть. Я не знаю, это гол или не гол? Это гол или не гол? Я не знаю. Made in Thailand. 20 000. Ну, со скидками, естественно, это будет намного дешевле стоить. Смотри, 60% скидка. Вот эту штуку 9200, а 9, да, 9700. Ну, грубо говоря, вот всякие такие вот брелки. Можно взять, наверное, 1000 за 2, за 3. Ну, оригинальный. Коч, но
А у вас сумки неплохие, смотри. Че, почем стоит, кстати? А, так же все. 20 тысяч она будет со скидками стоить. Йен. Так, а это что на сумке? Таких квадратный саквояж, мини-саквояж. Тоже с такой же суммы. То есть тоже 20 тысяч будет место. Вот медведь. Не хочешь медведя? Смотри, какой-то он кожаный медведь. А? Кожаный какой. Посмотрим, почем медведь. Ого! Нехило, блин, 108 тысяч медведь. Ай, смотри. Toys for kids. Медведь. Стоит 108 тысяч.